Россияне смогут подать заявление на пособие по безработице, не выходя из дома. Министерство труда подготовило новый порядок регистрации безработных. Принять его должны в самое ближайшее время. Напомним, что Владимир Путин в ходе своего первого обращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом пообещал поддержку тем, кто потеряет работу. После этого правительство России увеличило максимальную выплату по пособию по безработице до 12 тысяч рублей, а минимальную до 1500. Как сообщает издательство «Коммерсант», теперь, чтобы получить статус безработного, достаточно будет одного заявления. Справки от работодателя больше не нужны. Все данные, необходимые для предоставления пособия, центры занятости соберут самостоятельно путем взаимодействия между ведомствами. Такой же механизм сейчас будет действовать при оформлении больничного листа по карантину и при назначении пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет. Новые правила должны рассмотреть и принять в правительстве в ближайшие дни.